Динамовцы Киева приближаются к финишу чемпионата, не сбавляя скорости, солидно, уверенно. Одержав очередные две победы, они довели свою беспроигрышную серию до 15 матчей. В начале недели был повержен Черноморец, который пытался, правда, оказать сопротивление лидеру. Но, как и во многих других играх, киевляне нанесли чувствительный удар уже в начале матча. На 7-й минуте отличился Юран. Сергей забивает мячи теперь в каждой игре, и, наверное, пора уже тренерам сборной обратить на него внимание. Черноморец отыгрался через 10 минут, причем Георгий Кондратьев забил свой мяч выверенным и очень красивым ударом. Еще раз посмотрите. Мяч летит, подкручиваясь, и вонзается в самый верхний угол ворот, в девятку. Но даже вот этот гол красавец выручить Черноморец не смог. Киевские динамовцы наращивали скорости. Длинные атаки перемежались дальними ударами, и их преимущество было очевидным. Второй гол на счету Геннадия Литовченко. Вот он своевременно оказался у вратарской площадки и добил мяч. Кстати, наверное, вы уже обратили внимание, вот таким образом киевляне добиваются успеха уже неоднократно. Литовченко, который тоже на финише сезона действует отлично, мог отличиться еще раз. Назначается 11-метровый удар, но вратарь черноморца Гришко угадывает направление удара. Счет не изменился, 2-1 в пользу динамовцев Киева.